Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой... Как вы думаете, чем заняться? Конечно, переобувкой колес. Вон стоит моя красотка. Переобувает. Что-то холодно, и ветер-то холодный. А-а-а. На улице. В общем, только начали перебываться. Притащил уже колеса. В общем, будем пробываться сегодня. Перебываюсь в одном том же месте. Погода нелетная, я бы вам так сказала, друзья. Что-то холодно. Где весна? Где весна потерялась вообще? На Южном Урале ее нет точно. Даже солнышко. Где солнышко? Ветер какой-то ледяной, холодный. Какой ты красивый! О, прям красивый кошатка такой. Еще кусается, молодой. Хорошо, что ты в перчатках. Ты уцелел. Ой, ну просто зверь. Тигр. Тигр? Ты тигр? Харизма. О, прям так, оп. Харизма. Вот что значит кошка, которая растет, да? Не в квартире. Она просто... Ну, ты красивый кошак, реально. Кошек такой. Эй, ну ты уже за кожу прям кусаешь. Прям. Ну просто уже. Опа! Зверь. Кокоть зацепил. Ну зверь, одним словом. Зверь, запах. Кошек. Вот смотрите, вот такое у меня пополнение парфюмерного гардероба. Аромат «Будь счастлива». Парфюмерная вода. Аромат это у нас новинка, выпущена в 2024 году. Так, сейчас откроем. Заявлено, что это цветочно-фруктовый аромат. Угу. Красиво. Но вообще, когда я его увидела визуально, я почему-то подумала, что флакон круглый. А он, видите, в форме эллипса. Такой в виде, крышка в виде кристалла. Красная. И пульвик красненький такой. Значит, в пирамиде этого аромата у нас в верхних нотах личи, малина, красный апельсин. Ноты сердца, кувшинка, цветы жимолости. В базовых нотах янтарь, кашемировое дерево и мускус. Вот. Кстати, знаете, на просторах вот этот аромат сравнивают с ароматом Альфа от Avon. Но у меня его аромат Альфа не было. Я его не знаю. Вот, но... Теперь будет вот этот аромат. Ну, есть на старте личи. Такая сладость, но не удушающая, не приторная, не кричащая. Приятный аромат. Есть какой-то небольшой такой древесный подтон, но он не ярко выраженный от слова совсем. Такой чувственный аромат, чувствуется даже... какая-то перчинка, что ли, раскрывается вот какими-то цветами. Есть апельсин на старте. Ну, такой довольно-таки позитивный, знаете, жизнерадостный аромат, я бы так сказала. Гармоничный. Не знаю, никаким ретро он не отдает ароматом. Тоже видела какие-то отзывы, что это какой-то ретро-аромат. Нет, вот кто такие свежесладенькие ароматы любит, свежачковые? Отлично, сейчас вот на весну подойдет, мне кажется, даже и летом будет неплохо. В общем-то, вот такое у меня пополнение. И сейчас еще в подарок к этому аромату шло два продукта. Первое, не пробовала, не пользовалась, не знаю, это серия Planet Spa.
Бодибаттер для тела. Знаете, что интересно, я всегда как-то привыкла на упаковках смотреть, до какого срока годности. А здесь, получается, они пишут, когда произведен продукт. Вот как-то так. Вот такой вот, значит, баттер для тела. И еще 50 миллилитров, это же серия. Тоже не пробовала, не знаю. Маска для лица. Абсолютная гармония, так, брусники и кедра, с экстрактами, да, брусники и кедра. Ну, это отлично. В общем-то, при покупке этого аромата вот эти два продукта в подарок меня, конечно же, заинтересовало, так как я люблю вот эту линейку, и у меня такая довольно-таки большая коллекция ароматов Today Tomorrow Always. Здесь, кстати, он какой-то набор идет в подарок при покупке этого аромата. И будет вот такой вот ароматик. Цветочный аромат. Миндальное молоко. Цветы Нерли. Мускус. Кстати, страничка ароматизированная. Как круто. А здесь уже, кстати, вот помада в подарок. Ну, мне кажется, даже набор, наверное, даже повыгоднее. Следующий аромат меня, конечно, заинтересовал. Кто уже пробовал, тестировал пробник, делитесь. Everlasting. Клево. Клево-клево. В каком он объеме будет? 50 миллилитров. В общем, интересно. Полистаю каталог. Посмотрю, что тут интересненького. Что здесь интересненького? Ароматов много. О, кстати, такая масочка, что ли, да? В общем, есть с чем познакомиться, посмотреть. Вот. Кстати, парфюмерная страничка, тоже смотрела на такой аромат. Фаровая линейка, тоже одна моя из любимых. Attraction, кстати, по хорошей цене, мужской, женский. Ну, в общем, есть чем заняться и как провести время. Делитесь своими впечатлениями, кто приобретал аромат, будь счастлива. Как он вам вообще, понравился, не понравился? А это у меня пополнение моего парфюмерного гардероба. В общем, довольна приобретением. Буду тестировать разношерстный. Не, он вообще не приторный, не удушающий. Знаете, им можно прям реально, как по мне, поливаться. Да, действительно. В общем, хорошо, хорошо звучит. Нежненько, очень нежненько, деликатно, прям так, это, легкость в нем какая-то есть, такая непосредственная легкость. Еще есть, и профитроли есть, и с маслом, и с белком. И хлеб, и слойки, и курники, и рогалики. Смотрите, какая красота. Разумная вода. Руки не пошли. Ну что, пробежались мы тут сегодня по магазинам. Были в Триал Спорте. Максим купили новые кроссовки для бега. Вот я уже смею, говорю, это какие у тебя уже по счету? В общем, у женщин туфель, у мужчин кроссовок, да? Потом мы купили профитрольки в лакомке, ну и кучу всякого съестного еще в магазине. Вот. Что еще? Что еще? Хожу я все в поликлинику, лечу свое колено на магнит. Вот, но от процедуры это эффект не сразу, накопительный, и будет через какое-то время. Мажу мазями, вот, еще собираюсь затейпировать колено. Вот, поэтому озадачена, какие мне тейпы купить, чтобы затейпировать колено мне надо. Ну вот, записано еще хирургу-травматологу, жду запись, сделала снимки. Пока на, в общем-то, магнит хожу.
еще две процедуры, потом я хожу на СМТ спины, потом я уже на массаж записана после того, как прилечу с отпуска. Ну, в общем, такие планы грандиозные у меня по процессу лечения, оздоровления и занятия своим здоровьем. Вот, занимаюсь коленом, потом спиной, вот. Сегодня тоже мерила интересные красивые кроссовки. Вот пока думаю, покупать, не покупать. Ну, в общем, погода хорошая на улице, классно, все отлично. Все, что сегодня запланировала, в принципе, везде успела, все сделала. И еще на вечер есть определенные планы. Угу. Вот, а так... Завтра хочу сходить на новый маникюр, Надо мне длину платья, комбинезона. Наверное, завтра все туда и заеду. После лечения заеду к портнихе, чтобы она мне... Мама сказала, иди это, в общем, не отправила. Говорит, иди. Иди. Сама она не взялась ни за комбинезон, ни за платье. Иди, в общем. Вот. И потом пойду на маникюр, чтобы уже как бы вот несколько дел сделать, чтобы уже и платье было... Готово, готово. Так, ну что, мы с вами смотрим покупочку из Триал Спорта. В общем-то, Пума кроссовки. Вот такие вот кроссовочки. Как сеточка, как прорезиненькая. Подошва. Вот такие вот кроссовки для занятия спортом. Как раз таки, потому что по асфальту кроссовки и разделяются. Какие для занятий спортом, какие для зала, какие для чего. А вот, ну, в общем, как-то так. Выбрал такие, мерил. Эти самые удобные, комфортные. В общем, они понравились. Так, ну что, я хочу разобрать покупки. Здесь профитроли и какие-то слойки взяли. Так, тут огурчики взяли свежие. Тут вафли разных вкусов. Ватные палочки. Диски, что все закончилось. Сыр. Так, яйцо, помидоры, батон, пряники Ирек новый заварные, дальше сардельки телячьи, еще батон, так не падать, бананы падают. Бананы подводят, падают. Колбаска. Колбаска. Сардельки. Так, тут у нас две пачки мистраль гречки. А это рис еще. И все. И рис еще. Вот как раз таки. Все, мы с вами разобрали из пакета. Осталось дальше разобрать. Смотрите, какой букет, который явно не засохнет. С таким букетом сейчас пришла Настя. Ну, чтобы не высыхали цветочки, вот такое ей подарили. Ручной работы. Handmade. Ого, с ума сойти. Вот это да. Как тебе, Максим, может, ты мне тоже сделаешь такое, а? Что значит дарит? Сделай мне тоже. Видишь, все реально, если стоит приложить ручки. Вот так вот. С ума сойти. Это сейчас модно? Да. Это тренд в интернете. Тренд в интернете. Это чтобы не запариваться, короче. Цветы завянут, портится. Три дня делала. Три дня делалось. 9 часов каждый день. О-о-о, вот это да. Ну, это высокие чувства. Девочки. Ну что, когда муж на спорте, ты
типа тоже. В общем, пришли. Детская площадка около школы. Все на спорте. Прекрасная погода. Солнышко. Здесь как-то даже тихо от ветерка. Относительно. В общем, я просто дышу воздухом. Максим бегает, а я гуляю. Так провожу время. На спорте. Коленка меня беспокоит, скажу вам честно. Меня это не очень-то радует. Вот, что есть, то есть. Действительно так. Вот. Так что гуляем, друзья. Ну что, я тут пока домой возвращались, зашла я, значит, в улыбку радуги. Что я тут купила? Вот такой вот купила ободок. Вот такой расцветки. Потом колготки Омса телесные. Карамель. Носочки. Вот такие вот хлопковые, женские. И еще взяла еще колготки, уже черные. Иннаморы Белла. Это Омса. Ну, в общем, такие колготочки, носочки и ободок. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.